Всем привет, любителям парфюмерии! Сегодня опять у меня ролик будет такой на канале. И сегодня я хочу рассказать про домашние мои ароматы, которые именно дома использую. Наверное, я начну с такого, знаете, долгожителя в моей коллекции. Это The Body Shop. Вот. 100 миллилитров. Это была лимитка. По-моему, года два назад выходила. Когда-то это даже было фиолетового такого цвета, но видите, уже оно подходит у меня к концу, водичка эта, и немножко в цвете даже изменилась. Сейчас она какая-то серая. Там есть такие блестки. На коже этих блесточек не видно. Это аромат у меня сливы. Девчонки, какой же это вкусный аромат. На тот момент мне он так понравился, что я купила полностью всю коллекцию. У меня был и баттер, и, в общем, чего у меня только не было. И, конечно, я была рада, что у меня есть еще 100 миллилитров водички, которая, я понимала, хватит надолго, потому что у меня большая коллекция парфюмерии, насколько вы знаете. Что по факту? Да, это вкусная слива. Если честно, мне кажется, вкуснее сливы я еще не пробовала. Немножко терпкая, при этом сладкая, интересный аромат, но он долго не держится ни на коже, ни на одежде. Я думаю, вы знаете, что если на коже плохо держится аромат, то на волосы и на одежду наносите, и там стойкость, ну, практически всегда лучше. Я так и делаю, но даже в этом случае я понимаю, знаю, чувствую, что аромат, конечно, слетает быстро. Ну, я не разочаровалась, думаю, ну, ладно, на выход куда-то не получится использовать этот аромат, буду использовать дома. Так оно и получается. Скажу сразу, что я ароматы для дома не использую каждый день, и не очень сильно я это и люблю. Поэтому, возможно, для дома ароматы заканчиваются у меня очень редко. Но когда есть какое-то настроение, когда хочется ощущать какое-то облако аромата вокруг себя, я тогда это делаю. Мне понравилось оформление вот такой вот простой в виде шара. Это была новогодняя коллекция. То есть все в тему, и аромат тоже прекрасный. Не знаю, можно ли сейчас послушать этот аромат, купить его где-то, но он потрясающий. Он у меня уже практически заканчивается. Я думаю, скоро уже закончится. Но не знаю, может быть, буду скучать по этому аромату, скорее всего. Следующий аромат, который я вам покажу, тоже я отнесла его в парфюмерию для дома и чаще всего дома использую. Но вот этот аромат, он более стойкий, он в таком вот виде ко мне приехал. Я покупала с рук парфюм, и девушка вложила вот этот вот маленький парфюмчик как подарок просто. Так что какое-то количество я уже использовала, но в основном где-то половинку... Да, где-то половинку я получила. То есть маленькую часть уже использовала. Это написано «Исландская ваниль». Вы знаете, что? Это действительно ваниль. Это кондитерская ваниль, но она в обрамлении еще чем-то. Но понять я точно не могу, потому что в любом случае ванилька здесь солирует. И хочу сказать вам, что мне эта ванилька нравится. Она неудушливая. И вот если бы она была, наверное, не кондитерская, легкая, да, такая по аромату, мне бы, наверное, она не понравилась. А так она мне нравится. Но и за счет того, что это сладкий аромат, он уже идет более насыщенный, и стойкость у него лучше, чем у предыдущего от The Body Shop. Этот аромат я вот сейчас холодно, да, так на улице, я его могу нанести и сходить вот в ближайший, например, магазин. То есть в магазин обратно мне этого хватает, я немножко его ощущаю. Но потом тоже, спустя какое-то время, он у меня слетает. Но на одежде он держится лучше. То есть у этого аромата стойкость лучше, чем у The Body Shop. Где купить, сколько стоит, вообще не знаю, ничего не могу сказать по этому поводу. Следующий аромат, девчонки, который у меня уже, ну, полгода так точно, но я его вообще редко использую. Вот такая вот марка. Это, по-моему, польская марка, если не ошибаюсь. Paradise for Woman. Упаковочку вам показала, уберу пока ее в сторону. И сам флакон. Пользуюсь этим ароматом редко, потому что он сладкий, насыщенный и тропический, девчонки. Да, вот прям такой тропический. Единственное, что мне в нем нравится, что все-таки, когда есть у меня настроение для таких парфюмов, я могу его использовать. Опять же, стойкость у него уже даже лучше, чем у предыдущих двух. Ну, просто что я сама по себе не любитель вот этих сладких тропических ароматов. То есть для меня они какие-то простенькие, здесь вообще-то разгадывать-то и нечего. Да, фрукты, да, тропические, сладкие, сочные, да, ага, все. То есть и все. Я как-то люблю в последнее время ароматы, которые как-то меня интересуют, завораживают, о которых нужно подумать. А что же там я слышу? Или, например, о, сегодня я слышу одну нотку, завтра я слышу другую, и мне это интересно. Здесь, как, в общем-то, с первых пшиков, с первых
использованием было понятно, что это за аромат. Но он стоит недорого, где-то 10 евро в Финляндии, а в других странах я видела намного дороже, там и за 5 можно евро купить. Но мне в нем, знаете, что нравится? То, что спирт нет. То, что, ну, то есть он, конечно же, здесь есть, но я его не ощущаю. Вот это классно, потому что часто в бюджетных парфюмах бывает такое, что слышишь минуту спирт, а потом не слышишь его. А здесь вот, ну, классно, конечно, спирта нет. Очень-очень вкусный, очень приятный такой ароматик. Так что я его решила в себя оставить и думаю, пускай хотя бы один тропический аромат у меня будет. Следующий флакон. Так, ну давайте я вам покажу. От Yves Rocher. Тоже он зарекомендовал себя как совершенно нестойкий аромат. Это серия «Утро в саду». Там есть и зеленый чай, и роза, и, как у меня, цветы вишни, по-моему, да, вишни, черешни. Так, а здесь больше никакой информации-то нет. На дне есть, но, возможно, вы не увидите. Здесь 100 миллилитров. Очень интересный, классный такой лаконичный флакон, который, кстати, сначала он меня этим и привлек. Потом я уже начала выбирать, какой аромат я хочу. И, конечно же, остановилась на цветочках вишни. Вообще, я вишню очень люблю. И когда цветут вишни и яблони, обожаю этот период. И вы знаете, да, парфюм нестойкий. Мне очень странно, по-моему, он так парфюмом и называется. И мне это, конечно, очень странно. Лучше бы назвать там туалет на воду или даже мист для тела. Ну, на самом деле, девчонки, ну, нестойкий. Вот постоянно приходится обновлять и обновлять. Но аромат реально натуральный. Хорошо, очень Yves Rocher передали этот аромат цветов. У меня сразу такое ощущение, будто я у нас в деревне возле папиного дома, и я слышу на самом деле аромат вот этих цветов. Это шикарнейший аромат, я им пользуюсь, я его люблю. Я думаю, видно, да, сколько я уже его израсходовала. Обожаю, девчонки, вот прям обожаю и могу вам порекомендовать, если тоже любите цветочки, так как-то поставить, чтобы все ароматы вы хотя бы более или менее увидели в кадре. Так что я, конечно, этот аромат люблю, использую, но опять же только дома, либо в ближайший магазин выбежать, и то не зимой. Если в магазин куда-то бежать, скорее всего весной, хотя бы весной и в теплую пору он чуть насыщеннее как-то слышится. Дальше аромат от Бракар, который я так хотела, я так мечтала об этих ароматах, но так как я живу в Финляндии, то у меня не так много возможностей купить что-то, да, в России. Как, понятное дело, я в Россию часто езжу, покупаю, но не всегда можно прийти и купить в магазинах. И как ни странно, этот аромат я купила в Беларуси. Девчонки, кто из Беларуси, на os.by их можно купить, ну и, соответственно, в их магазинчиках тоже. Так что я там и заказала. Это черная мята, черная смородина и мята, туалетная вода. Многие ругают оформление, дешевое, но что вы хотите, там за 200-300 рублей стоит парфюм. Крышка, да, постоянно слетает, потому что я вот так вот постоянно, мне хочется брать за крышку почему-то ароматы, и она слетает. Ну, да, дешевое, но ничего страшного в этом не вижу. Главное, девчонки, что же за богатство у нас здесь внутри? Это действительно аромат черной смородины. Я мяту здесь вообще не слышу. Вот я не знаю, напишите, если у вас есть этот аромат, или либо вы его слушали, слышите ли вы мяту. Я вообще ни мяту не слышу. И здесь я слышу черную смородину и именно такие листы, немножко перетертые от черной смородины. Вот знаете, если в детстве отрывали эти листики и как-то пытались поломать, немножко протереть их в руках. Вот именно такой аромат я слышу. И из этого флакона мне очень нравится. Даже Мише моему тоже аромат этот нравится. Так что покажу поближе. Там, кстати, очень большая линейка. Опять же скажу, что она, эта линейка очень дешевая. Мне кажется, практически каждый, даже не то, что практически каждый может позволить себе эти ароматы. Вот это классно. Классный аромат. Очень люблю и прям экономлю. Вообще даже, знаете, оформление этого флакона мне нравится. Ну и неважно, подумаешь. Флакон, кстати, стеклянный. Ну, подумаешь, что здесь немножко такая не очень удачная упаковочка, крышка сверху. Я в этом ничего плохого не вижу. Следующий аромат. Это тоже Бракар, но линейка Фрутиссимо. Я была в магазине, опять же, в Беларуси. Только увидела в Беларуси в каком-то супермаркете. Были представлены эти ароматы и были тесты. И это хорошо, потому что я не люблю, когда на бюджетную парфюмерию тоже нет тестеров. Тестеры должны быть не только на люкс. Здесь опять же та же беда. Крышка совершенно не работает, совершенно не держится.
вот такое количество я уже использовала, хотя относительно недавно вот эти два аромата ко мне попали в руки. Это Дюшес. Мне девочка-зритель посоветовала, не помню твое имя в комментариях, но если смотришь этот ролик, я думаю, ты знаешь. Она писала, мы с ней обсуждали какие-то другие ароматы под роликами, и она мне посоветовала вот этот. Она сказала, что у нас вкусы с ней сходятся, и, возможно, вот этот мне тоже понравится, потому что она купила, и ей очень нравится. И вы знаете, я говорю, я постоянно вам говорю, не просто так, пишите обязательно комментарии, потому что я внимательно их читаю, всегда запоминаю, делаю какие-то себе скриншоты, потом ищу эти средства, пробую, интересуюсь. И здесь была такая же ситуация, то есть я перенюхала всю линейку, ну, правильнее говорить, в парфюмерии послушала всю линейку. Но вот этот аромат действительно мне понравился больше всего. Это спелый, вкусный, обалденный дюшес. Именно такой аромат, я помню, в детстве мы покупали лимонады с дюшесом, и там был такой вот аромат. И не знаю, это какая-то даже ностальгия в каком-то смысле. Но тоже он не стойкий, и поэтому он у меня в такой категории домашних ароматов. Ну и последний аромат. Ставила на сладенькое. Это Витекс. Представляете, я даже не знала, что у Витекс есть несколько линеек ароматов. Тоже была в фирменном магазине в Беларуси Витекс и послушала все ароматы. Но больше всего мне понравился этот. И это неудивительно, потому что, как по мне, это полная копия императрицы Дольче & Габбана. Да, многие любят, не любят, я аромат обожаю от Дольче & Габбана императрица. У меня уже не первый флакон оригинальный, и сейчас даже есть 100 мл, стоит периодически использую. Но когда услышала вот здесь, мне, во-первых, захотелось сравнить их, потому что многие реплики мне встречались, но ни одна из них не была настолько похожа. Вот, понимаете, это просто брат-близнец. Ни одна из реплик не была похожа настолько на Дольче & Габбана императрица, как вот этот. Я просто в шоке. Мне захотелось его купить, попробовать, поносить, послушать, сравнить. На одну руку наношу сапфир от Витекс, на вторую императрицу. И никакой разницы нет. Одинаково носятся, одинаково раскрываются, одинаково я их слышу, ощущаю. Это что-то невероятное. Этот аромат можно носить, конечно, и на улице, я так и делаю, но и дома тоже его наношу. То есть на улице уже могу обычную императрицу нанести, а это тоже дома. Хотя разницы особо, я же говорю, я не вижу в этих двух ароматах. Поэтому если вам императрица дороговато, оригинальная, то можете купить от Витекс, найти. Единственное, что я не знаю, где их найти, наверное, разве только в магазине именно фирменном, они точно представлены. На каких-то сайтах, других странах, не знаю, девчонки, напишите, пожалуйста, там, кто из России, где можно достать, если вы знаете, кто из Беларуси, еще где можно достать. Может быть, эта информация будет кому-то полезна. Поэтому, конечно, люблю эту водичку, но, честно, ношу не только дома, но и на выход, но и на улицу, когда мне хочется, с ребенком часто прогуливаюсь именно в этом аромате, я его просто люблю. Я не слышу там никаких дохлых, хотел сказать, дохлых арбузов, гнилых арбузов, как многие говорят, или еще что-то как-то наговаривают на этот аромат. Ничего подобного не слышу, на мне он раскрывается прекрасно, с моей кожей контактирует великолепно. Обожаю, люблю, и я просто в шоке, что я смогла найти действительно копию очень хорошего качества. Это, знаете, не с какого-то подвала непонятная копия, а это именно Витекс выпускает, то есть там все проверено, хорошего качества. Ну, не знаю, я обожаю этот парфюм, и да, действительно, часто ношу как императрицу, так и его. Напишите, мне очень-очень хочется почитать, девчонки, в комментариях, знали ли вы, что есть парфюмы у Витекс, и как относитесь ко всем остальным парфюмам, которые я вам сегодня показала. Я, если честно, все их очень люблю. Скоро от меня, как вы поняли, уйдет вот этот уже парфюмчик, его не станет, и останется 6, которые буду тоже использовать. Может быть, на постоянное использование потом у меня прям очень-очень на постоянно пойдет вот этот, чтобы тоже доиспользовать и избавиться уже, получается, от 2 флаконов. Пока зима, думаю, как раз самое время ванилькой пользоваться. Ну, а насчет остальных сильно торопиться не буду. Буду растягивать удовольствие. Хотя, конечно, все эти ароматы стоят недорого. Понятное дело повторить, но я как любитель парфюмерии, мне каждый раз хочется что-то новое. Иногда повторяю, иногда делаю дубли. Кстати, напишите еще тоже ответ на такой вопрос. Хотели ли вы посмотреть на ароматы дубли, которые у меня есть? Как ни странно, но некоторые дубли у меня тоже присутствуют. И я бы могла ими с вами поделиться и рассказать о них. Все.
Я буду заканчивать этот ролик. Обязательно ставьте лайк, если видео понравилось. Напишите, любите ли вы парфюмерию, сколько у вас примерно флакончиков. Ну, буду прощаться. На этом все. До новых встреч. Пока-пока.